Всем привет, с вами Шуха, это развлекательная рубрика «Колесо Фортуны», в которой приглашенный гость играет на своем сигнатурном герое. Задача назвать три шмотки, которые он соберет в игре, плюс 4 айтема добавляя я сам. Как игра стартанет, путем рандома от 1 до 7 выпадает цифра, а под ней шмотка, которую нужно будет собрать в первую очередь. Также участники имеют право закупиться на 1600 голды на свое усмотрение, купить сапог, ботл, стики, а дальше уже что выпадет рандомом. Ну а гостем рубрики будет стример Руся Дуся, который круто играет в доту, да и вообще веселый парень. На данный момент мейнит мой арту, как раз ее и затестим. Обязательно переходите на его стриме и передавайте привет. Ребята, колесо фортуны подлетело. Сегодня с нами Руся, Руся-Дуся. Йоу, ребят, всем привет. Будем, так сказать, играть в колесо фортуны. У нас три героя на выбор. Приоритет это Муэрта, на котором он там много игр наиграл. Да. Второй герой это у нас Шейкер и... Ну, на крайний случай Рикимару, в принципе. Но пока, я думаю, что нам нужно выбрать три слота на Муэрту, тебе точнее. О, точно, я забыл, кстати. Так, три слота. Ну, стопудово молния. Просто молния, да? Ну, молния в глиб... Ну, это я уж потом апну, наверное. Можно же тогда? Нет, как это? Когда все слоты апнешь, купишь, тогда можно апать. А, точно, слушай. Ну, Мьёльнир, стопудово. А, именно Мьёльнир, да? Так, Тревола. Ну, Форсик, наверное. БКБ не будешь брать? БКБ не буду брать. Так, Форсик, просто Форсик. Да, просто Форсик. Ну ты сказал, что нельзя апать, я такой пику думаю, ёбай. Так, а на остальных героев, на остальных героев тоже надо выбрать на всякий. Ну ладно, там уже выберем. На ходу разберемся. Да. Армлет, четвертый слот. Пятый, Рапира. Давай, колдуй. Да, рефреш очевидный. Очевидный, кстати, реально, сука, очень очевидный. Очевидный рефреш. Так, последний слот остался, ребят. Последний слот такой какой-нибудь. Ну, если закажу аганим, это будет смешно, потому что, может, его еще не добавили. Да. А интересно, какая фраза говорится, кстати? Она говорит, что ну ты мне аганим не добавили. Ну и будет апнутый Вичблейд тогда? Ну, блин, нет, хорошо. Нормально, сух, оставляем. Покупаем, сух, оставляем. А! Нет, я, ББ, оставляй. Ну, пусть будет айон диск тогда. Да какой айон диск, значит, другой. Диск этого. Вот это. Я вот думаю, надеюсь, он только айон диск не выберет, пожалуйста. Ну вот это самое юзлес вообще, Да и он диск вообще не в тему. Вот знаешь, что прикол? Вот это Муэрта, на нее все что угодно можно купить, вот все зайдет. А вот айон диск. Ну, если бы ты еще саблю какую-то выбрал, это еще хуже, наверное, было бы. Вот. А нет, слышишь, рыцари тут, ё-моё, по итогу рыцарь. Да? Да. Тогда пойдет двойное усложнение сейчас. Двойное усложнение. А я думаю, отлетит бан, смотри. Ну-ка. Нет. Погнали, народ. Ну-ка, тырит ли у тебя ее или нет? Не-не-не, ее, по-моему, вроде так нельзя тырить. Так, двойное усложнение. Ну давай фору 5 смертей добавляй, да и все. Уверен? Нет. Так, первый мелный отрывала, пик, армлет, рапиров. Ну, можно сразу заролить, да? Ой. 4. А, что-то твой армлет, да? Да, Найс. Ну, это кайф, кстати. Армлет это изи. Я могу прям сразу его, в принципе, покупать. Нормальные там компоненты такие. Так, подожди, напомнишь, сколько я денег мог потратить? 1000 или 1500 в начале? 1600. Ага, все, спасибо. Так, ладно, пока расходники. Раз это же все расходники, это все, что у тебя есть, ты скорее всего, потратишь, если стики не апнешь. Угу. Поэтому это не в счет, да, грубо говоря? Если ты ветки спасадишь там. Не, ну слушай, у меня вообще Муэрта вообще неплохая тут. Потому что я могу некрофоса заклинать можно. По-моему, вот это... Кто тебе аккаунт, который сказал, что у него 4000, он тебя очень сильно обманул, Да, да, но он, не знаю, он сказал, что год не играл, у него 4000 последний раз Ну было. конечно, тогда там сбрасывается же жестко. Не, ну то вот герой еще, не знаю, это 2600, наверное, герой-то, не знаю. Ну мне какой аккаунт дали, сука, уже здесь один аккаунт, ребят, взяли, блин, захожу, а там бан, ё-моё. До следующего года. Вот другое взяли, сказали 4000, а тут уже нет. Шуха, мне сейчас не доверяют аккаунтики. По одним простым причинам, ну да, это я понимаю в целом. У меня для вас важная новость. CSGO RUN дает 30 баксов просто за регистрацию без депа по промокоду Incognito RUN, который вводится в профиле. Как вы уже поняли, на CSGO RUN можно неплохо подзаработать, например, в режиме краш. Правила игры очень простые. Берем скин, выбираем нужный нам кэф и ждем, пока челик начнет свой марафон. Если он добежит до нашего кэфа, поздравляю, ты победил. Кроме краша, здесь много классных режимов, каждый из которых по-своему уникален. Вывести выигрыш можно не только скинами из Dota, CSGO и Rust, но и реальными бабосами. Переходи по ссылке в описании. Не используй мой промокод и получай приятный бонус. Сейчас главное вспомнить, Муэрте уже... Нет, я придумал тебе наказание, слушай. Давай. Я придумал тебе наказание, поскольку это не 4К. Так. Мы собираем рапиру первым слотом. Сразу?
Ну а чё, блин, мы-то рассчитывали тут на 4К, тут ну, как бы на такое, тут ещё челлендж бессмертий, чтобы было сложнее выполнить рапирку, купим. Ну ладно, ладно. Всё. Я, блин, армлет вообще-то хотел купить, ну ладно. Так ну, интересно купить. Было армлет. Сейчас это зрители, да. Это ребята напишут, и мы тоже хотели армлет. Ты чё? Не-не-не-не. Не напишут. Братва, поддержите. Не, ну ладно, кстати, армлет тут руин, кстати, по одной простой причине, потому что там некрофоз грёбаный. Не, ну слушай, рапир, я думаю, даже... Лучше, чем армлет будет, потому что, опять же, про некрофос сыграем. Если бы не был некра, было бы офигенно взять армлет. Вообще кайф был бы. С другой стороны, можешь включить армлет и за два удара некра убить, а потом пообузить нормально, но ладно. Блин, знаешь что, вот эти в шести слотах, в семи слотах, да, которые мы сказали, там нету ни одного айтема на АС. Там есть только, ну, армлет, есть молния, остальные вообще такое. Грустно, я как с арпирит-то буду, вот так. Еле стрелять буду, блин. Мьёльнир только все. Да, Мьёльнир. Гиперстоны, понял, что начать так это, в крысу. Рапира Мьёльнир тебе нужна. Да. Так, бутылка сапог, да, будешь брать? Ну да, чем. Стики еще апну, хватит вроде денег. Так, 625 стоит ботл. Так, 450 сапог. Сколько 450? Ой, нет, 500. У меня еще вот в голове было, что он 450. Как он, почему 450 был? 1125. И стик 450. Чем-то. Стик 450. Ага. Получается. Хватает, да? Ну, нормально. Блин, надо было ПТ-шку загадывать. Слушай, рапира и знали. Ну, вот так вот. Ты же знал, что я рапиру закажу. Не, ну не первым слотом. Не, ну что я ее закажу в любом случае в этом. В роллах. Куда собрался на некре? А ну иди сюда. Так. Обратно. Дух. Задел, найс. Блин, руки помнят, как играть. Я на ней неделю уже не катал, но руки помнят. Хорошо. Герой, кстати, очень простое управление, поэтому, ребята, если пойдете играть, очень просто на ней играть. И очень сильно, я тебе говорю, с два слота с ультимейтом любого выносить можно. Да. Пол команды. Мне его неимоверный урон там какой-то. Бесконечно, да, у него урон вообще разгоняется. Она же сквозь броню, по-моему, бьет, будь тебя. Жестко, короче. И в ГОСТ, и куда хочешь, и что хочешь, делай там, короче, вообще беспредельный герой. Ну, вначале, когда она вышла, она такая, ну, все плевались. Слабая. Ну, она не слабая была, она... Не знаю, может, билд не знали. Не, билд, по-моему, знали, она не слабая была, о, такая. Это мы вырежем. Это фор 10 спалов мимо. Да, с рапирой это реально сложно. На ком я в тот раз, это не помнишь, я покупал рапиру быстро? На Primal Beast. Вот на нем еще более-менее нормально, типа. А вот на Муэрте без АЭСа, я прям не могу без АЭСа на ней играть. Я уже, короче, привык просто Мьёльнир в каждой шмотке, в каждой игре первым слотом покупать. И у него АЭС офигенный становится. Чё, можешь похарасить? А может убить даже получится. Я не успеваю. Если бы раньше от КДшилось, да, закинул да, бы да. Обратно его в тучку. Подожди. Вроде... Ой, ГГ. Ну, у меня есть рендроп. Вовремя, который пришел. Очень вовремя. Не, ну, некор жесткий, необычный. Давай, падай. Фух, что ты хочешь дать? Ну, видит. Ой. Ой. Не попал. МФК. Ну, нормально. Все нормально, пучка. Блин, у меня еще стой. У него полстолба, блин, нету. Вопрос. Не хватит, да? Ну, по идее, может... Вот рунку бы активку если взять. Ну, не знаю, тебе лучше знать. У меня вообще игры на ней нет, я не в курсе, какой у нее дэмэдж. Но на вид как будто бы не хватит. На вид как будто хватит. Да? Да. Ну да, да. Хватил. Рендроп, имба, вообще, против некра, кайф вообще. Согласен. Он еще под вышку залетел, говорит, да. от Тавера получил удар. А что там, доп дэмэдж от ультимейт или что? Да, на 50 вроде, на 50 на первом. Ну, на первом вообще урон этот не чувствуется, а вот на втором уже, на третьем, там уже так нормально залетел. Так, реген или что? Да. Инвиз. Реген в боте, смотри. Давай. Ладно, вот так делаем. Все, вот с кайфом отлетел. Стану я сейчас баунти две заберу. Давай. Надеюсь. Там пучу уже забрал, наверное, нет? Не, на мапе не. Показывалось, что не забрал. Так, этот пришел, вар поставил. Ага. Бам. Бля, ну он сейчас шестого нету, а у меня хоста, кстати. А, у меня есть шестой. Все, брату. Опа. Не туда он побежал, конечно. Ну нормально. Да, я думал его сейчас убить, у него второго не было. Можно похоронить его, сейчас было на ней крем. Так, с рапирой я... Он же бежит в направлении пули вроде, не? Как пули полетели, да, так и бежит.
Ну, я говорю, чуть не повезло, что он не туда повернул. Опа, давича будет, нет? Не-не, у меня рейндроп не вообще. Плевать. О, нормально, нормально зафармил. Ну, на базу пойду. Базу? Блин, надеюсь, он радик не купит какой-то. Очень грустно мне будет. Скай все что угодно берет, но не радик. Стопи, убьем, стопи, убьем. Пошел помогай, смотрите. Так. Так. Он ультану на всякие. Кабан мне тычку не дал. Ну, нормально. Это же доминаторский кент был вроде, да? Ну, на, не на. Самая лучшая шмотка, если честно. Ага, ну полная. На ЦМ-ки дали. Ну что на меня ступает? Подруга. О, я ее поботлил, она мне подарила. Хорош, хорош. Залимонили друг друга. Так, руна, руна. Да-да-да, я иду, иду, иду. Так, веер, что у нас? Три банда и джуэлин, нормально. Ага, вард стоит, значит, новый, да, на руну? Не факт. Так он на бот побежал за руну или нет? Не знаю. Бля, хотел постопать, но что? Кривые руки сказали мне не постопать. Ладно, далеко. Вырезаем. Это мы вырезаем. Не, ну сакуры да надо начинать, это стопудово. Так вот не хватает вот нетворс вот эти 2000 во что-то там, джавелин какой-то. Еще во что-то там, фалкончик. Какой-нибудь еще. Там, да. На, и дал, дал имба, да? Спасибо. Да-да-да, можно еще задонать. А сентри же нету. Нет, да, да, а там сентри, ну, принес бы. Не будем мы ему отдавать преимущество. Все-таки рапир. Блин, у них такие герои, кстати. А, мы на Европе, походу, попались. Короче, проблема Сало будет... Брата, да, теперь пассивы берем. Да-да-да, теперь пассивы, Максим. Будут проблемы от Вивера и от гребаного Некрофоса все-таки. Он от ТМК ливнуло. А вот и усложнение, сколько игры. Не только от ТМК ливнуло, вообще у вас антимака ФК стоит. А-а-а. Вот и усложнение игры, сука. От минет, рапир от минет надо делать. А у нас антимаков. А, ну да, со второй левел. Линки против Рексара. Нету БКБ в билде. Нету. Как тут побеждать будем, я не знаю. Ну ладно. Супер трай. Ой, супер хард. Ты будешь так, знаешь, технично сдалека там спыла давай, я не знаю, как это. Технично. Как-то, знаешь, поди суди. Ну ты умеешь, тебе даже не надо там что-то объяснять. Вот, это сам, понятно, да. Но слоты, которые в колесе, вообще не подходят для этого всего. Ладно, можно же купить. Вдруг выпадут, подожди, вдруг мелнее. Слушай, смотри, можно же купить правильно, их же главное купить. Да, да, потом продать сразу. Да, да, продать и все. Технически. Ай-яй-яй, не попал. Технически только купить надо, а там уже дальше как пойдет. Стой, а у нас флешка и антимаг в одной команде? Я только сейчас увидел вообще... Патч мог бы, знаешь, все это время ФК на боте фармить против Вивера. Но что-то тоже решил ничем не заниматься полезно. Вивер фулл фрифарм, ты понимаешь? Фулл фрифарм 20 минут. Я все понимаю, что-то я все понимаю. Уже в глазах у меня тут это поражение небольшое, ну ладно. Да какое поражение? Да потому что я куплю рапиру, получил одну кнопку и все. Я же мне игр подряд, блин, без лузов ты же выигрывал, а не я. Да, да, но у меня там не было таких условий. Дико. Теперь есть. Ладно, у меня есть сакрит, это что-то правильно. У тебя еще есть фантомку, которая там миллион киллов. Можно, не, Вивера я еще не успею. Блин, знаешь, вот на мой арте главное не урон, который, да, ты покупаешь, ну, то есть арпира, там, догдался, главное АС. Чтобы успеть за ульту, короче, это, куча тычек. Там, ну, шар дам бы заказать вместо айон диска. Да, было бы офигенно вообще, ну, в тему. Муншардик, Вичблейд, когда я, ну, когда ты сказал Вичблейд, я пипец обрадовался, блин. Ты такой решил. Да, потом я понял, что слишком сильно стакается. Да. Здесь нормально было. Давай на ценке, стой рядом со своей аурой, будем... Да у него один аура, это все, это кабелло вообще. Это грязь, это грязь. Че, они Рошана бьют? На мужика, как думаешь? Да я надеюсь, что нет. Они где они? А где они, я не знаю. Они же сочек фармят, наверное. Ну знаешь, что хорошо? То, что тебя сильно не будут сжимать. Все-таки рейтинг не такой высокий, тут можно будет и подсплить. А, тут там, без разницы, 1500, 4000, тут это без разницы, по сути, на самом деле. Тут да? в этой доте, ну, кто первый в пятером начнет бегать, на любых вообще ПТСах, тот и побеждает в основном. Вот. А тебе разменили, разбанили мейн? Да его вообще забанили до конца, блин, это все, у меня там ваг, ё-моё. А, да? За что? Не знаю, я туда не заходил полгода, блин. Мне чувачок пишет, говорит, у тебя там ваг, братун. Я такой, ну ладно, блин. Кто не знает, ребят, предысторию Руси. Короче, Габен его забанил за то, что он на мейне слишком быстро апнул там много ПТСов, да? До сколько ты дошел там? До 8400. Ну, 8400, да, там, с каких-то условно 6-7 тысяч, да? Да, до месяца там было.
За месяц он дошел до 8400, начал только играть с прошниками, развлекать их. И тут Габен говорит: нет, дружище. Друголетик, иди дальше. Друголетик, иди отдохни до 3 месяца. Ну черт с ним, 3 месяца там прошло, да? То есть... Даже больше, 3-4 месяца прошло, мне думаю, чувачочек такой пишет: братанчик, да, а у тебя... Дэмэдж, подожди, Руси, вижу, да, вижу, вижу. А там кто-то на руны идет. Вот. Пишет такой: у тебя там вагбан прилетел, братулечек. Я такой думаю: ну ладно, ё-моё. Так, они спала потратили, нет? О, вот это хороший моментик, по-моему. Да у меня нету фортика, блинка, мне бы сейчас ворваться. Она же вообще не мобильная, это героиня-то, ё-моё. Я поэтому тебе фортик, ну, тоже там это вот, колесо закинул. Типа с форсика влетел, там этот коллинг этот поставил, да? И пошел ту-ту-ту-ту делать. No GG, bro, go play. Сейчас он первый видит, вообще скажет. Fuck you, man. Короче, Габен, только Руси хотел ворваться на простену, там почувствовать кровь. Да какая простена, уже это, мы уже старые. Ну я про то, что там на хайп-тестах порубиться. Думал сложно, да, там будет, а когда зашел, начал попадаться, сможешь все так же, да? Не, ну там такая однотипная дота, сух, вообще, ну неинтересно, я не знаю, мне вообще неинтересно играть. Ты просто бегаешь пятером, понял, и все. Просто по кулдауну пятером бегаешь, и все. Стоишь же, если там на саппорте играешь, стоишь же с твоим керри, там, по 5, по 10 минут, пока он там фармит. Еще что-то там делаешь, я не знаю. Очень-очень однотипная, скучная дота. Одних и тех же персонажей тебе нужно брать. То есть, ты, если других будешь брать, ну, выбиваться как-то из своего геймплея, ты будешь сосать ему. То есть, ну, вот да, на таких ПТСах... играть. Да. На таких ПТСах, там, я не знаю, до 6 до 7 тысяч, можешь все что угодно пикать и в кайф играть, ну, реально, получать удовольствие от игры. Под хукшот, может, плей будет какой-то? Под хук-то? Я не знаю, поджиг. Так, я сорпирую. Так, что, ролим? Не, ну хочешь по новой роль, хочешь пусть армлет, который был. Ага. Собирай. Сам смотри. Хочешь? Не, рискнем. Слушай, ну даже ион диск уже неплохо смотрится, если так подумать. Ну с рапирой всегда он хорошо смотрится. Да. Если так подумать, очень неплохо. И забудьте. Да всю треншею весь лес забираешь там на мужика. Так. 5. Это он, да? Это он? Это рерол. Это рерол. А, это рапира. Да, это рерол. Так. Бот профармим. Так, это что? Твоя шмоточка какая-то, ну-ка посмотрим. Форсик это, да? Пика, поехали. Пика, я же форсик заказывал! Не, я говорил, дешевый не катит, заказываем жесткий шмот. Ой-ой. Что, я умер? Нет. А если депку нажму? Побьешь их еще? Не, мне стрёмно. А все, ты мне рапиру сказал, а мне очко на минусе, ну все. Ну как думаешь, если бы сейчас ты не на очки был бы, убил бы их? Мне кажется, Роксара я забрал бы, а Вивер меня бы подобрал бы, и все. Не, мне в теории можно было как-то первый кинуть Вивера, там, расхерачить. Но это риск был, рапиру потерять. Там Дазл еще близко был. Зато... О, мне бы сейчас, да, Егу? На Баегу, да, на Баегу. Вот это хорошему был бы. Слушай, а пика вообще неплохо, кстати. Прям офигенно. Будешь стрелять. Сейчас еще этот выпадет, если шмотка, которую на Раджу дает. Да. Не, ну главное форсик, конечно. Пика черт с ним. Это дополнительный бонус такой. Но в целом, если вообще какой-то реальный диск еще выпал. Там Вивер. Я считаю, что, ну, мне кажется, что тебе нужно просто, знаешь, с рапиры максимум попытаться быстро выфармить. А так они еще фармят, они в пятером бегают. Очень опасно бегать. Очень стрёмно. У меня нету скейпа, понял? Ну, герой-то. Я же один стан могу упасть просто. Поэтому и стрёмно. Нормально, Русь, не бойся, все четко. Я на Эмбере, помнишь, как очковал потом, ё-моё? А тут вообще... Рапира там нормально дает, страху придает. Нам нужно, чтобы кнопки какой-нибудь понажимали, а мы такие оп. Видишь, у меня нету АЭСа, я очень медленный, это все вообще. Убью? Сосать, рак. За рапиры, подожди. А я все, я бешенство словил. У него радик. Не, уходим. Да. Даем дёру. Да не, не знаю, он тут весь лес профармит, на топ пойти, не? Или ты хочешь командой? А я не знаю, видишь, у меня тревелов нету, у меня нету МС, у меня нет АС. И все равно, вот то, что ты купил рапиру, да, а все равно скорости нету фарма. Типа, спаунов мало, типы фармят у меня, враги пятером бегают, по обжективам, короче, ну, двигаются. Да, поэтому, ну, короче. Давай, дело к ночи, короче, дело к ночи. Делай сам, да. Делай сам. До героса прям вот не хватит, я прям чувствую, блинки не хватит какой-то, БКБшки тоже самое. Да ладно тебе, тут же не прошники сидят, все хватит. Да ты же видишь, как они играют, сух, это уже как будто, ну, пофиг, сколько ПТС, мне кажется, нет? Такое чувство. Здорово, урончик. Здорово, блин. Это, кстати, топовый шмот.
Ребята, напоминаю про открытие наших сленсом услуг по доте. Заказывайте разбор реплея, тренировку, буст, калибровку самых топовых игроков. Эту команду мы собирали специально для вас. Тут есть и задрот у любых героев, 10к тренеры, все что душе угодно, а за качество отвечаем лично мы сами. Кстати, чтобы оформить заказ, пишите в личку группы или ответственному за заказы. И не забывайте про акции, при заказе от 3 часов обучения 1 час подарок и про скидку 10% при заказе от 1000 ммр, ссылка в описании. Да, стоит. Не, слушай, у меня пашка заряжена, я только сейчас увидел. Ты видал? Я тебе про это говорю, что она бегает там. Да. Я могу за спиной за ее могучей постоять, там пострелять нормально мне будет. А лук, так. Если какой-то выпадет, вообще топово будет. Так была вообще какие-то, е-мое, что-то не будет. Видишь, они вообще прям жесткие. Бегают просто. Опа. Подожди. О, может жертву поймаем. А там варка. Может, на этой пачке. Попробуем. Если сайленсом его. Я сайленс буду максить, чтобы на виверы типа убивать. Так бы я не максил бы. Кого-то миду душит. Ну, нормально, нормально, хорошо, спейсит. Нормально, теперь можно подраться, кстати. Они крау убили, самый сложный герой. Не, нормально она делает. А вот и я, братан. Куда, братишка? Вот, порсик. Вот это, на. Да не то это, не стреляй, ни хрена. На. Ой, это попалось, нормально. А если нету, сука, а если нету? Ну, так спит тебе не нужен. Не, блин, урона вообще, реально вообще, огонь. Но... Ну это же левел в общем у тебя, прикинь. А? Левел-то да, у нее. Она Рошана соло забрала, у нее. Хотела, чтобы ты Ерген стоял. Ой. Спасибо. Да я заговорился. Не, ну это жесткие враги, вообще, я шалею. Надо вообще пару центри взять. Разлочить всю тройку. А то играть негде, блин. Не ТП-шку, да, пронести? Да, 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 да. Я копил как раз 5 рублей. Не, ну нормально, они, кстати. Нет, не ври. Я копил бабки, реально. Я тебе напомнил. Сука, тренер. Что бы делал без меня? Что бы я делал? Не, ну Русь пока справляется без смертей, смотрите. Так, а если смерть, я тут игру проиграю, конечно, я справляюсь. Ну, по-другому вообще никак. Да, можно дальше ролить. Так, а, я пику купил уже, я даже не заметил. Рефрешер. Я тебе говорил, с рапирой можно на фасточку тут организовать. Так, 7. Армлетик. Подожди. Так спит хотел? Нет, не будет. Да, подожди. Давай, вот это. На. На, пика вообще бомба просто. Армлетик, реально? Ну, рили, да, армлетик выпал. Ладно. 35 урона. Ну, сейчас быстренько дофармим. Нормально. Блин, мне кажется, я реально, ну, забужу твою прекрасную рубрику, просто покупая слотов, а потом все продам и купи себе нормально, и все. Да, игра уже закончится. Мне кажется, нет. Ну. Все, поиграем. Так, никак, хрен его знает, очень быстрая белка. А может прямо сейчас игру закончим? Можешь. Блин, не, надо еще одного Рошана забрать, мне кажется. Тогда точно на верочку будет. А нахер. Ой, слушай, а то больно-то ему на самом-то деле. Да, ему пока бэха нужна. Его никто не спасет. Вот за таким его и наказать могут. А, его наказали. Так, не крау убить, главное. Это самый таргет нужный. Так, давай, патроном. Слушай, не-не-не. Кто-то бежит. Рекс, пожалуйста, блэссеринга. Спасибо. Так, у меня армалит есть. Кто-то бежит. Нашел один, семь. Что-то ты быстро собираешь. Да. Пятерочка. Ого, это мой слот. Это что там, рефрешер. Рефреш вообще в тему сейчас будет, отвечаю. Потому что это две пики, это два ульта. То есть, ну это вообще имба. Че ты что за чуть взял? Это не умеет, а я подсмотрел. Я подсмотрел. Армлет что дает, когда его включаешь? Урон и силу. А, если он не дает, когда включать. Ну ладно. Не, так спида сегодня не будет. Да я уже понял, что эта игра у нас без атак спида. Блин, тревела бы сейчас прям купить. Го-го-го-го-го, я камень. Когда они добавят руну атак спид? Руну атак спид? Да, да, типа макса есть, чтобы было. Ну там 100, столько так спит, нельзя. Дабл дэмэджи есть? Да, да, не, и хоста типа есть, правильно? Если вот так логически по-новому. Есть максимальный мов спид, а нету максимального АЭСа. Ну. Так. Это было бы имбой, но он должен выпадать по секунде, там минуту 20, чтобы было по-честному. Сейчас я рапиру поебу. Или нет? Да, я на таком очке небольшом. Все нормально, не бойся. Вот это наша жертва, например. Где он? Где ты, братишка, на некрофусе? Спрятался, что ли, родной? Сейчас. Да. Блин, так офигенно, что этому Эрта, блин, бьет в год. Это просто бомба.
Вот если, по, главное, если бы она не била в ГОСТ, у меня бы супер проблемы были. А так да, вообще... да, ГОСТ, то, что она бьет, это прям некра жестко закрывает, конечно. Да. Это прям бомба, 10 из 10 пушка. Так, а там не лук когда, не падал? Смотри, когда пассиву прокает, как товар падает, жесть. Да вообще, она... Да, там вообще, наверное, на базу может, я не знаю, кто-то быстрее пушит. Да, да, она смотри. Очень быстро пушит, ты прав, это вообще. А, настолько, да, уже осмелили? Ну давай. Да. А некро нет, у меня рипер не дадут, я не боюсь. Я вообще... Родного убьет там? Не боюсь никого, кроме бога, ты со мной, брат, с тобой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот это жестко, вот это жестко. А вот и некро, кстати. Вот сейчас, надо бежать, надо бежать, надо бежать. Так, эти ребята откинулись, уходим. Не, нахер, короче. Наберете, братики. И мне тут делать нечего. Он, короче, понял, зашел на антимаге. Точка, купил нет, книгу нет. И все. И дальше стоит. Да, да. Интересный тюбрик, конечно. Такой часть тут дальше не решает. Я, мне кажется, я вот буду уверен 100% в победе, когда мы сломаем три стороны. Вот. Да не, поверь, скоро даже когда терапию сольешь, да, если даже ты ее сольешь. У тебя уже будут слоты, что вот. Типа, опа, что тебе будет, в принципе, плевать. А знаешь, не хватает этого, ну... Лайстила какого-то, да, не хватает? Опа. Только БМУ-Эрта. А это не жертва, или он не один? А мне кажется, не один, у нас с Худлингом. Они всегда вместе бегают, я вообще на очке. Жду, бро. ПКБ есть, ПКБ нету. Мне кажется, чтобы, короче, Пашка вперед пошла и Рор схаула. А я там уже эту некра убью, допустим. И нормально будет. И 20-й будет, у меня 100% по сути тычка будет. Двойная. Так, давай поиграем. Блять. Таракана бы себе забрать. Подождите. Ой, я дурак, ой, я дурак. Ой, я не дурак, я не дурак. Я не дурак. Я не дурак. Сали, я вообще не дурак, ты видел? Пуля в него попал случайно? В него? Да, 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 случайно попал. Он, по-моему, тебе косу хотел улепить и первый нажать, и бумер-то. Да я бы пососал бы, в любом случае. Так, роллин. Осталось 2 тема. Теперь пиши 1-3 тупо. Да. Ой. 2. Мьёльнир или да. Травела? Это, получается, Травела. Ааа, кайф. Фу, я же прям я не могу без Травела поиграть. 1 это Мьёльнир, 2 это Йондиск. Угу. Слушай, вообще я слоты-то быстро купил. Ну ты что мои такие забирал? Я тебе говорил, с рапирой так будет. Отстоял. Не, если бы я сейчас не зарандомил первый спел некрофоса, мы вообще игру проиграем. Ну, или как минимум, ну, это. По жопе получили бы за такие движения. Затянулось бы, да. Потом но рост? По факту, если тебя поймают, тоже быстро вырубят. Так же, как фантом косит. Белка в сетку поймает, вот как бы да. Да. GG. Не, ну мне надо ее по-любому. Это наш клиент. Да. Кам. О, а чё какой быстрый? Надо умирать. Слушай, я... Он не собирается. Ошибочка. Ошибочка от тебя. Я же не умру? Нет. Надо похилиться. Надо, блядь, позу нажал. Надо похилиться, надо похилиться. А я что-то не помню, какой-то быстрый прям пес был. На форсике отлетел. Давай. А вот твою тиму сейчас не наказали за плохое поведение. Там за БКБ, и нормально. Куда? Ой, меня этот... Верочки, родной. Ой-о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 й. Нормально, нормально, сейчас ульт будет. Чего я умер? От жука? Не знаю. Какая-то что-то на тебе там сработало в лидере. Блин, а я стопудово был уверен, что я перебужу. Антон-то байбэкается. Да, травела купил. Что дальше? Ролл 1-2. Один, а там Мьёльнир. А у них есть все кнопки, мы точно хотим сейчас? Хотя косы нету. Хочет быть, он хочет умереть. Потом когда хочет игру проиграть. Ну, Руся, Дуся на месте. Подожди, подожди, вот это хук. Нормально. Легкая, легкая, легкая. Руся на месте. 4x5, поехали с фастрапиром. Нет, чё, очково, очково. Надо подождать. Ямочки. Да не, а Еги же есть. А Егиша нету, братух, он же упал. Блин, с воздуха, ты помнишь? Не получилось обмануть. Прикалывается, блин. Не-не-не, чело же без смертей, братва, неужели мне получится, ё-моё. Не, надо третью или на эту сторону ломать, кажется. Да, они же появляются. Там еще фантомка без боя. Там, мне кажется, один в пятерых могу убить, там белка заряжает. Ну тогда надо дать команде откинуться, а потом пойти и залететь. Да-да-да. Так и надо, так и надо. Духи не буду брать, чтобы мне точно с косы не взлетело. Курьер убил. Постоять, посмотреть. Так, минус один. Рампагу делаем? Давай-давай. Так, а где некрофос? Мне нужен некор. А так спит подъедет. АС подъехал, нормально. Вивер распущается от игры. Так. Кто следующий? Нормальный.
Нормально, нормально. Слабый герой. И бил ты ма, как всегда, сюда. Герой слабый, видите? Побег бой. Ну нормально. Пойдет. Ну мы 4. Красиво, красиво. 4 на 5 выиграли с Фастер Пирой. Ну такой нормальный, в принципе, такой видос я думаю. Да, хороший картинчик получился. Кстати, с Руси потом замутим еще, ребят, проверку на сигнатурку на 3 разных рейтингах. Ага. Вот. Тут, конечно, будет страшно аккаунт. Да, да. Забанят их. Я не знаю. Что-нибудь посмотрим. Да, это так, это на будущее, может быть, братва. Потому что, да, Руси у нас любит подбанить аккаунты. Вот такой видосик, ребят, получился. Да, да, да. Так, что у нас там по ГПМ? Мы сейчас посмотрим по стате там. 1020 ГПМ. О, нифига себе, косарь ГПМ. 1120 ЭКСПМ, 40 тысяч урона, по постройкам 28, впитал 21 тысячу. Ну, нормально. 20-0 на 5. Челс без смертей, Фастер Пира с ливером в команде. Челс без смертей, первый, кто выполнил за последние месяца 4. Ну, это главный рейтинг такой. Мы думали, это 4 тысячи. Ну ладно, тут, все, тут равно, все равно справедливо. Со сливером, со всеми там. Да, да, да. Условиями нормально. Сложными. Вот. Там же Вивер full free farm стоял, да? Посмотрим график 10-ю минуту. Условно. Так, а я вообще по этим графикам не понимаю, как куда нажать? Вот общая ценность. Ага. А вот Вивер. 3000. Не, я его перефармил, кстати. Пашка его перефармил. Ну, он на full free farm стоял, как Пашка в целом, видишь? Да, не, да, вот топ-1 на Творсон тут. Ну, то есть для 2К, я не знаю, для 2К-3К вивера он очень хорошо стоял, фарм. Подписывайтесь на Русю, Твич его оставлю. Не знаю, сейчас какой у тебя уже Твич подписывается. Да, тот же самый. Ну, ТВ, Руси, Дуси, нижний подчеркни. Вот. А, еще все, на видос. Это все, на Ютубе еще видосик выпустил, как я открываю эти 36 сундучочков вот этих, можешь посмотреть. Вот. Окей, недавно. Давай посмотрим. Да. Оставим ту же ссылочку, скинешь. Да. Так, спасибо тебе большое за просмотр. Ставьте лайкосы, шухи, о, красавчик. Спасибо, что позвал. Что... Вот. Да, Руси, мы всегда рады. Я пока тогда, ребят, получается.